Короче, сегодня 11 октября, и сегодня я уезжаю в Нью-Йорк. Сейчас будут некоторые вставочки, момент, когда я ходила закупаться, чтобы вы примерно понимали, сколько шмоток я с собой взяла, потому что у меня два чемодана, один пакет с едой и рюкзак. Купила Шисейда, ательер Колоне и, ну, собственно, для поездки. Ватные диски какие-то, не знаю. Ватные палочки, щетку новую и спонж коньяку. Это такой вот спонж очень-очень мягкий, очень-очень влажный в упаковке для умывания. Тоже очень хорошая штука. Пенка для умывания Шисейда, которую я прям очень всей душой люблю и всегда покупаю, чтобы умываться. Последнее, собственно, самое офигенное, самое мое любимое, это мои духи прекрасные, ательер Колоне. Кто смотрел дораму «Красотка с Каннама», у них там были именно эти духи, и я первый раз их попробовала в Америке и больше не смогла вообще без них for the sky, it's all right. Our wings wouldn't fly, it's all right. If we are crashing down again. Тупо налегке прилетели в школу, как бы. Знаешь, 4, а чемодана тут на 15. Короче, мы уже приехали. Мы уже приехали в Нью-Йорк, получается, да. И получается, мы сейчас пытаемся загрузить все наши шмотки в мини-вэн, короче. Вот. Ребят, я заговариваюсь, это просто задняя. Я ничего не делала, и, короче, у меня очень плохо все с речью и вообще с координацией сейчас. Человек загружает вещи. Тетрис чисто. Пойдемте, может, мы зайдем уже, нет? Мы уже приехали в школу, я переоделась вот в такое, не знаю даже, как это назвать, это даже не домашний аутфит. Разбираю по чемоданы, и мне принесли, получается, какой-то, ну, это ужин. Здесь у нас макарошки с, ну, я так понимаю, это какая-то паста с соусом и с сыром. Не знаю, буду я это есть или нет. Я просто вам все показываю. Здесь у нас миско, картошечка и кесадилья с овощами, тоже с сыром каким-то. Такое себе на самом деле. Не pineapple. Это у нас тыквенный пирог и салатик. Думаю, вот салатик я съем с удовольствием. Короче, я уже помыла волосы, обустроилась немножко, начала что-то разбирать. Комната выглядит вот так. Я сижу на кровати. Тут стол, везде разбросаны вещи, простите, пожалуйста. Тут окно.
Оно открывается, кстати говоря. Я надела такую маску, потому что нам сказали везде ходить в масках, и даже в комнате тоже, потому что могут зайти и Рэй, Responsible Adult, чекнуть нас, а я без маски, ну, короче, сказали носить. Сейчас буду делать уроки, потому что у меня скопилось домашку. Никуда нельзя выходить, пока что 3 дня просто мы сидим, вообще никуда не выходим. Это очень-очень-очень скучно. Но я буду все равно снимать, стараться. Распакую свой ковер, завтра позанимаюсь. Доброе утро. Это первый мой день. Мне уже взяли тест на коронавирус, и буду ждать результата. Надеюсь, что он отрицательный. Я пыталась сейчас приготовить лапшу, но у меня нет горячей воды, поэтому я просто жду, пока мне ее принесут. Бранчу не принесли, поэтому показать вам нечего. Наверное, буду сегодня делать уроки. Не знаю, что еще вообще тут можно делать в карантине. Замерзла, потому что одеяло вот такое просто. С окна очень сильно дует, поэтому не знаю, как я буду тут выживать. Также ко мне сегодня должны мои друзья прийти через окно, и я им передам всякие вкусности, которые я привезла с собой. Обзор на завтрак, который мне принесли. Тут бананчик у меня, молоко холодное, кетчуп, хлопушки. Я их оставлю пока что, но я их не буду сейчас, потому что не хочу. Салат прекрасный, ранч. О, господи. Это, получается, макароны, картошка. Это такие... Я даже хэшбрауном это не могу назвать. Это какие-то картошки фри решеточкой. Там еще внизу какой-то кукуруза, что ли. Ребятки, это вообще, конечно. Тут то же самое. 2 порции. Вообще, я офигеваю, реально. Сейчас буду пробовать, скажу вам, как это на вкус. Но я думаю, что я просто на своих нюдлсах остановлюсь. Короче, пробуем. Макароны отстой. Картошка, в принципе, ничего, но могло быть и лучше. Салат. Салат тут... Ну, салат, кстати, свежий. Ничего не могу сказать насчет салата. Не побегу салату. Ура! Вот такой вот салатик. Там огурцы, помидоры, всякая зелень. Почему ты такой тупой? Господи! Ну ладно. Из хороших новостей... У меня есть терияки соус, который я буду заливать в лапшу, и он очень вкусный на самом деле. Короче, чтобы мне было не так скучно, я решила позаниматься. Расстелила коврик вот тут, поэтому сейчас буду заниматься. Это была 15-минутная тренировка, но я как будто 40 минут фигачила. Я не занималась все это время, пока я была в России. 10-минутные, 15-минутные тренировки. Очень легкие, и я потеряла сейчас свои скиллы и навыки во всем. Так, у нас ужин, и у меня какой-то вот супчик. Салат, заправка. Ох. Это очень странно выглядит. А тут какие-то 2 пельменя, какие-то овощи, брокколи. Это... Сегодня уже второй день в изоляции, и мне уже принесли мой завтрак, я вам сейчас покажу. Наконец-то покушаю. И тут у нас завтрак, собственно. Бумчики, пам-пам-пам. Какая-то котлетка. Хэшбрауны мини, scrambled egg with broccoli, короче, яйца и брокколи, и одно сваренное яйцо. Я сегодня не заходила, долго не общалась с вами. Пришли мои тесты, они отрицательные, все хорошо, и мне теперь уже можно ходить в столовую. Вот, и я ничего не показывала, потому что мы ходили в столовую, общались с друзьями и так далее. Сейчас я уже вернулась с ужином, пойду делать уроки в холл, покажу вам, как он выглядит.
Короче, нам решили разрешили из нашего заточения. Блин, ладно, я тут много сниму. Короче, нам разрешили из нашего заточения выйти на улицу. И мы идем на улицу, все. Стафов.